С вами шеф Майер, и вы на канале Просто о мультиварке. Сегодня мы будем готовить брауни с голубикой. Лайки и репосты приветствуются. Что чизкейк, что брауни – это продукт американской кухни. Наверное, самые известные продукты, ну разве что Биг Мак более известный. Вариантов, что чизкейк, что брауни, также великое множество. Сегодня мы будем готовить брауни с ягодой, но там есть и с клюквой, и с вишней, и с голубикой. Вот сегодня мы будем с голубикой готовить, но мой любимый брауни с клюквой. Потом как-нибудь тоже приготовим. И быстро достаточно, просто и очень вкусно, прям и калорийно, к сожалению. Вот. Но в любом случае просто. Итак, впереди нас ждут продукты, потом изготовление теста, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты. Для приготовления нам потребуется 160 грамм сахара, 100 грамм масла, 90 грамм муки, 2 яйца первой категории, 45 грамм какао, 100 грамм, собственно, голубики и щепоточка соли, ну где-то 0,25. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Подготовка самая минимальная: ягоды промыть, а 100 грамм масла растопить либо в микроволновке, либо на паровой бане. Мы переходим к приготовлению теста. Первым шагом в изготовлении теста станет смешивание сахара, щепотки соли, яиц и масла и тщательного перемешивания. Вот такая вот заготовочка у нас получилась для теста. И туда теперь муку и какао. И опять же тщательно 2-3 минутки перемешаем. Дно чаши застилаем бумагой для запекания и начинаем выкладывать брауни, некоторое количество ягоды, опять брауни, некоторое количество ягоды. И вот осталось, грубо говоря, финальное движение. Выкладываю остатки последней брауни нашего теста, которое настолько так интересно выглядит, что его, кажется, можно и даже и без запекания съесть. Но у нас все-таки кулинария. Выкладываем ягодки и на режиме выпечка всего лишь 25 минут. 25 минут пробежало, и мы отправляем наш брауни на тарелочку. Возьмем и достаем это дело. Украшать я буду сахарной пудрой. Достаточно простые ингредиенты. Готовится очень быстро, красиво, ярко, очень ароматно. И самое главное, очень вкусно. А значит, приятного аппетита!